В Баку состоялось мероприятие, посвященное присвоению звездных рейтингов отелям, прошедшим национальную классификацию, ну а также презентация национальной платформы бронирования. Она была организована при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана и ряда других специализированных служб. Выступивший на мероприятии председатель Госагентства по туризму Фуат Нагиев отметил, что на формирование положительного туристического имиджа страны напрямую влияют инфраструктура, условия и уровень обслуживания в отелях. Председатель агентства подчеркнул, что главной целью на сегодня является усиление роли гостиничной индустрии, в том числе в организации и проведении международной климатической конференции COP29 в Баку в ноябре текущего года. Это мероприятие имеет не последнее значение для развития сферы туризма. В этом году были присвоены звездные рейтинги более 200 гостиницам в Баку, Сумгаите, на Абширонском полуострове и в регионах Азербайджана. Мы активно работаем для того, чтобы обеспечить гостей, которые будут принимать участие в конференции COP29 в Азербайджане, комфортными условиями. Для этого создана онлайн-платформа, куда вошли рейтинговые отели, прошедшие регистрацию. Мы продолжаем сотрудничать с отелями, которые нуждаются в поддержке. Предлагаем им современные методы деятельности. У нас получилось наладить местные стандарты вместе с международными. Соответственно, вы понимаете, что туризм – это международное значение имеет, поэтому их опыт нам был очень нужен. В процессе ассоциация играла роль проверяющего. У нас достаточное количество уже в стране брендов, которые показали свое качество. Но развитие местных брендов имеет очень-очень большое значение для нашей страны. Плюс еще и качество. Мы должны постараться быть лучшими в регионе. И мы продолжаем в этом деле свою консультативную работу с каждым отелем непосредственно. Даем им возможности понять новые тренды, новые тенденции рынка. Начальник госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики страны Мамед Аббас-Бейли отметил важность индустрии туризма, которая играет фундаментальную роль в быстром и устойчивом развитии экономики страны. По его словам, для обеспечения конкурентоспособности в сфере гостиничного бизнеса было уделено внимание повышению качественных показателей в соответствии с ожиданиями потребителей, предоставлению туристических услуг, которые отвечают нормам ислама, по мнению Мамеда Аббас-Бейли. Или повысит привлекательность Азербайджана для туристов из мусульманских стран. Очень радует, что Госагентство по туризму Азербайджана активно сотрудничает с международными ассоциациями отелей. Отели во всем мире и в Европе находятся на начальном этапе восстановления от COVID-19. Мы ожидаем, что до 2025 года мы сможем полностью возобновить нашу деятельность. Проведение сертификации и вручение звездных степеней отелям является отличным маркетинговым ходом. Мы с радостью приглашаем отели Азербайджана в нашу семью Hotel Stars Union.